Завершился благотворительный марафон «Дот Пеце», организованный Латвийским радио и Латвийским телевидением. Целую неделю диджеи Пеце ЛВ проигрывали песни за пожертвования в стеклянной будке на Домской площади. Итог марафона – 358 121 евро. И это рекорд. За несколько минут до завершения марафона самое большое пожертвование сделал основатель сервиса Draugiem LV Laurits Liberts. За то, чтобы диджеи в стеклянной будке на Домской площади проиграли песню «What a Wonderful World», он отдал 55 555 евро. Средства, собранные в ходе марафона, будут использованы для программы поддержки приемных родителей ПЛЭЦ. Ее цель – оказание эмоциональной и практической помощи семьям, которые хотят взять детей из детских домов. Это хороший подарок к столетию Латвии, который показывает, государство – это мы. Я думал, что будет 250 тысяч, четверть миллиона. Мне казалось, что это много, но 350 тысяч – вы все молодцы, все, кто это сделал.